Произошло это днем. Пара относительно молодых людей, девушке 24, ее гражданский муж постарше, оказались в гостях у двух 40-летних мужчин. После совместного распития так называемых фанфуриков хозяин квартиры начал приставать к девушке. Естественно, ее спутник заступился. В дежурную часть поступило сообщение, значит, что по строителю 29 совершено разбойное нападение на девушку и, значит, мужчину. Значит, оперативно туда наши сотрудники подъехали, значит, с Росгвардии. Возле подъезда увидели ссадинами девушку и мужчину. Кроме того, что гостей избили, у них забрали телефон. И это они еще легко отделались. Все могло кончиться ножевым ранением. Принимавший гостей мужчина угрожал ножом. По словам жильцов, дома соседей, хозяин квартиры довольно общительный, спокойный человек, но неприятности все-таки доставлял. Ну, он никогда не шумел, никогда ничего, все здоровы, здравствуйте, как дела, как здоровье, как все, всегда вот так, шума никогда не было. Ну, топил сверху, да, сверху да не затопил. Несмотря на то, что сомнительные компании в злополучной квартире собирались частенько, в подъезде было тихо. Сейчас совершивший разбой житель дома арестован, а обстоятельства произошедшего выясняются. Алмаз Кашаев, Ренат Харасов, новости НТР.